Всем привет! Сегодня я расскажу про обновление, которое пришло на наши сервера 1 ноября. Затягивать не буду. Смотрите, изначально нам в анонсах обещали аспидов новых и новый слот под аспидов. Смотрите, у нас его, их не завезли. Обновление прошло, но новых аспидов нет. Как вы видите, их не добавили. Там добавили 3 новых аспида. Я заходил на Китай, смотрел, но я не знаю, что они дают. В принципе, там 3 новых. Я их покажу вам отдельно в видео. Вот. В принципе, на Америку тоже заходил, им тоже обещали, но не завезли. Возможно, обновление допилят и будет все работать. Но сейчас пока что у нас этого нет. Дальше, что нам добавили? Нам добавили систему клановых данжей. Да, вот клан. Есть инстанс клана. Для того, чтобы он работал, нужно 5 раз полить дерево. Инстанс будет доступен раз в неделю. Его запускает глава клана. И также глава клана выбирает сложность инстанса. В зависимости от сложности будет варьироваться награда. Чем выше сложность, тем больше награды. Награда будет даваться всем. После успешного прохождения инстанса награда будет выдаваться всем членам клана, независимо от того, участвовал игрок или не участвовал. Но участвующим дополнительно будет даваться еще какая-то экстра награда, которая типа за участие. Что это будет за награда? Награда будет карточки. Карточки для улучшения героев. Добавили, значит, нам вот герои. И в самом низу эволюция. Вот такая вот эволюция. У каждого героя будет своя эволюция. Герои, которые присоединенные и размещенные. Вот дерево эволюции. В принципе, используя айтемы с инстанса клана, можно будет улучшать потом дальше параметры самих героев. Видите, парирование там вот, на экзо. Последняя процента будет. Я не знаю, можно ли открыть все и потом выбрать. Я думаю, что можно будет открыть все и в конце потом вот выбрать вот такие вот, то есть последние там 3, например, вот здесь вот сколько, 5 штук можно будет выбрать, но я что-то думаю, что будет 5. Можно будет поставить, например, эту и еще какую-то одну, например, не знаю. А активировать, вот это уже активировано ХП, да? Ее невозможно поставить, я не знаю почему. Вот видите, здесь выберите карточку, и после того, как карточки будут выбраны, будет... Также у каждого героя свои, здесь как бы больше на атаку, вот можно смотреть по процентам. Крит, атака, плюс урон, атака, прочность, атака, крит, смертоносность. В общем, будет эволюция. Так, что у нас дальше изменили? Изменили черный список, он находится вот теперь внизу. Вот такая вот ячеечка с типа решеткой. Люди в решетке. Дальше нам изменили гены. То, что все спрашивали, куда дает свойства. Теперь свойство зеленым цветом отображается в атрибуте скачка. Да, вот, например, у меня свойство ХП ОЗ плюс 3,69%, и у меня есть персонаж ОЗ стат. И оно показывает, что плюс 972 ХП. Но это мелочи, но на самом деле, когда будет процентный и там на большом уровне, то оно будет даваться больше. Видите, где есть атрибуты, которые работают, они показывают, сколько они дают. Здесь плюс 540. И больше у меня, по-моему, нет. Да? Нет. Хорошо. Смотрим дальше, что у нас еще пришло с обновлениями. Так, нам дали в альянсе. В альянсе, в компании. Расширили компанию. Раньше была последняя 12 уровня, вот сейчас уже 13. У нас она выскакивала на автопроходе раньше, но ее не было доступно для обычного прохождения. Сейчас же добавили нам 13, 14, 15 и 16. Какая награда за следующие, я не знаю. Возможно, там будут какие-то более хорошие руны и каким-то процентом дополнительным. Но добавили эти вот процесс зачистки. Так, и что еще? Еще, в принципе, по-моему, больше ничего.
Сейчас я посмотрю еще раз для уточнения. Это инстанция геймплей, эволюция. Да, за эволюцию я сказал, за спиды тоже сказал. Спиды нам пока не подвезли. Возможно, исправят, допилят в течение дня. Может быть, еще потянут до следующего обновления, неизвестно. Эволюция понятна. Более гайд подробный я про эволюцию, про инстанс клана я сниму уже, когда буду проходить, для того, чтобы было более понятно. Сейчас гадать нет смысла. Там геймплей инстанса клана будет делиться на два вида. Он будет рандомный, может вас закинуть в один или в другой. В принципе, по обновлениям это все. Если я что-то не нашел, не увидел или не сказал, по-моему, я просматривал уже все, что было. Ничего такого более нового не добавили. Если я что-то забыл, пишите в комментариях. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.